Всем привет! По заказу интернет-магазина F-магазин проведу видеообзор зимней блесны Kuusama Blues. В ассортименте финской компании Kuusama присутствует несколько моделей зимних блесен, ну и в том числе блесна Kuusama Blues. Выпускается она в двух размерах, это 60 и 70 мм. На обзоре у меня приманка длиной 60 мм. Производитель указывает на упаковке вес приманки. Он составляет 5 грамм. Но давайте проверим, какая все-таки реальная масса у данной блесны. Ну и как можно видеть, вес приманки составляет 8 грамм. То есть блесна реально на 0,8 грамма тяжелее, чем заявляет производитель. Приманка имеет очень оригинальную геометрию тела. Обратите внимание, что блесна сужается к середине, ну а дальше опять немного расширяется. Если посмотреть сбоку, то видно, что приманка имеет рельефную верхнюю часть. В то время как нижняя часть, она достаточно ровная, плоская. Ну, единственное, есть небольшое искривление в нижней части. А так поверхность достаточно ровная и плоская. Обратите внимание, что нижняя сторона отличается по цвету от лицевой стороны. Кстати, приманка выпускается в 5 расцветках, то есть цветовая палитра достаточно неширокая. В верхнем отверстии блесна не имеет никаких заводных колец, соответственно, используем или застежку, ну или непосредственно крепим к леске с помощью рапаловской петли. А в нижнем отверстии в варианте из упаковки блесна комплектуется металлической цепочкой, достаточно короткой, которая соединяет блесну и одинарный крючок. Но мне использовать данные цепочки не очень нравится, поэтому я их меняю на заводные кольца или ставлю вот такие вот застежки в виде восьмерки. Кстати, производят их также компания Kuusama. Очень удобно с этими застежками, можно очень быстро поменять крючок. Ну вот в базовом варианте блесна комплектуется вот таким вот одинарным крючком. Крючок достаточно качественный, очень острый. Но, повторюсь, обычно использую с данной блесной тройники. Блесна предназначена для ловли в отвес, то есть со льда использую. Производится она в Финляндии. Отличное качество изготовления, покраски. То есть использую я ее уже несколько лет. Ну и никаких там особо серьезных дефектов по лакокрасочному покрытию не происходит, не выявляется. Блесна отлично подойдет для ловли крупного окуня, также судака, ну и щуки. Но в первую очередь все-таки это приманка под окуня и судака, а щука это в прилове. Блесна интересная, достаточно уловистая, поэтому советую обратить внимание на Kuusama Blues. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!